Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем тренировку, которая будет длиться 15 минут. Тренировка направлена на проработку внутренней части. Мышцы груди подтянем, чтобы у нас здесь не было никаких складочек, ничего не торчало. И сделаем нашу спину красивой и здоровой. Ну что, готовы? Первая часть – разминка. Разминку мы с вами начнем с движения рук назад. Если вы будете делать медленнее, делайте медленнее. Ноги ставим на ширине плеч, колени присогнуты и делаем большой максимальный круг назад. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем еще 4, 3, 2, 1. И вперед. Разминку нужно сделать обязательно, чтобы подготовить мышцы и наши связки, тело к силовым упражнениям. И вперед. И последний разочек. Назад. Хорошо. Наклоны. Растянем поясничные мышцы. И разогреем спину. Делаем 4, 3, 2, 1. Хорошо. Встряхнем все. Захлёсты. Руки держим возле груди. Пятку выше. Разогреваем колени. На выдох. 4. 3, 2, 1. Хорошо. Колено, локоть. Тянется локоть. Выдох. 4, 3, 2, 1. Выбрасываем ногу вперед. Выдох. Еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, остановились, подышали. Носочек тянем в пол. Разогреваем голеностоп. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, разогреем тазобедренные суставы. Сделаем вот такой круг каждой ногой. Максимально вверх. Стоим устойчиво. Выдох. Вдох через нос. Выдох. Выдох. Аккуратненько, не спешим. Делаем в своем темпе. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Ставим ноги шире плеч, устойчиво. Колени присогнуты, таз подкручен. Слегка круглая поясница и круглая спина. Руки параллельно полу, и мы сейчас будем тянуться левой рукой к правой. Подбородок чуть вниз, вдох, выдох. Вы должны чувствовать, как тянется боковая поверхность и широчайшие мышцы спины. Подбородок вниз, делаем. Я буду считать вместе. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще 8, не спешим. 7, потянуться, макушка вперед. 6, назад, не отклоняемся. 5, руки следим, чтобы были параллельно. 4, 3, 2, последний разочек. 1, отлично, хорошо. Опускаем руки вниз, и круглая спинка, мы тянемся за руками, круглая спина. Руки завели назад. Собрали за поясницей вот так, в подлокти. Плечи назад, грудь вперед, колени присогнуты. И сделали наклоны вперед, потянули заднюю поверхность. Выдох. Вдох. Подбородок вверх, здесь у нас идет выдох. Лопатки хорошо соединили в корсет. Тянется заднее бедро. Выдох. Вдох. И еще два разочка. Делаем. Последний. И последний. Вдох. И выдох. Отлично, встряхнули руки, ноги, сняли напряжение. И у нас остается последний подход в другую сторону. Ноги широко, колени присогнуты, таз подкручен, руки параллельно. И мы снова делаем наклоны вправо. Тянемся, теперь правой рукой касаемся до левой. Делаем. Работают поясничные мышцы, вытягиваются у нас здесь прекрасно. И бока прорабатываются, почувствуйте. Угу.
и 8, 7, 6, молодцы, еще чуть-чуть, 5, не торопимся, 4 осталось, 3, 2, последний разочек остался, и вдох, и выдох. Опускаем руки вниз, вытягивая вниз их максимально. И проработаем плечи. Вдох, выдох. И последний разочек. Вдох и выдох. Стряхнуть руки, ноги, снять напряжение. И первое упражнение мы с вами делаем. Это выпад в сторону. Если вам нужно отдохнуть, отдохните несколько секунд. Попейте водички. Ноги ставим широко. Таз оттянуть назад. Мы с вами будем делать очень аккуратно выпад на левую ногу, в левую сторону, с пятки на пятку. Колени вперед не заходят, можно руками упираться в бедра, либо же придерживаться за какую-то опору или поверхность. Я засекаю одну минутку, работаем. Одна минутка с вами. Есть. По возможности делаем. Вдох, выдох, спину не округляем, подбородок здесь смотрит вверх. Должно приятно тянуться у вас внутренняя часть. И выдох, пяткой себя отталкиваем. Вдох, не спешите. Вдох и выдох. Если вам тяжело пока делать это упражнение, возьмите опору или палку, или швабру, чтобы придерживаться и снимать часть веса с работающей мышцы. Таз назад обязательно оттягиваем. Отлично. Еще у нас осталось с вами 17 секунд, совсем немножко. Не торопитесь, делайте как вам удобно. Вдох, придерживаемся ладошками. Еще 4, 3, дышим, помогаем себе дыханием. 2, последний раз. Вдох. Отлично. Аккуратненько собираем ноги. Очень осторожно. Опираемся руками в бедра, в коленочки, над коленями. И потянуться. И потянуться. Тянемся. И у нас следующее упражнение. Здесь с вами плие. Встряхиваем ноги. Если нужно чуть отдохнуть, отдыхайте, делайте в своем темпе. Ставьте меня на паузу. И когда уже будете готовы, тогда включайте. Плие. Тоже можно с опорой. Стопы, пятки на одну линию. Носки пятки. Придерживаемся руками и пружиним вниз. Колени максимально направлены, развернуты в сторону. Здесь мы тоже делаем одну минутку, засекаем время. Поехали. Вдох, выдох. Смотрите, следите за пяточками, подтягивайте их, если нужно. Или же придерживайтесь за какую-то опору для того, чтобы снять вес тела с работающей мышцы, пока, если вам тяжело. Следим за углами 90 градусов. Таз чуть назад оттягиваем. Вдох, выдох. Колени до конца не разгибаем, они у вас всегда должны быть присогнуты. Чуть оставляем в своем темпе, если тяжело. Выдох, до конца не разгибаем ноги, пониже стараемся, чтобы бедро ушло в параллель. И выдох, здесь подбородок вверх, еще немножко осталось, терпим, держим 8 секунд вместе. И еще чуть-чуть, приятно тянется, работает прекрасно, внутренняя часть бедра подтягивается однозначно. Последний разочек, вдох и выдох, аккуратненько поднимаемся, собираем ноги. И здесь мы тоже с вами подтянем заднюю поверхность бедра, отпускаем плечи, руки, расслабляем спину и потолкаем ягодицы вправо, влево. Так покачаемся и тем самым мы подтянем нагруженные мышцы. Теперь нам нужен будет коврик. Аккуратненько встаем, встряхиваем ноги, делаем вдох, стоп. Вдох и выдох. Опускаем руки вниз.
Теперь нам нужен будет коврик. Если хочется пить глоточек водички, сделайте, пожалуйста. Берем коврик. Встаем на четвереньки, на локти. Упражнение подъем согнутой ноги в колени через сторону. Работать будем тоже одну минутку. Поехали. Поднимаем коленочко вверх. Голову назад не закидываем, макушка вниз максимально. Проверьте, чтобы ваша стопа была расслаблена. Не тянем носок. Колено вверх в параллель. И работаем одну минутку. Время пошло. Поднимаем. Почувствуйте, пожалуйста, что у вас происходит зажим во внешней части ягодицы. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще чуть-чуть. Работаем, не останавливаемся. Во, я уже тоже чувствую свои ягодицы. Прекрасно работают уши. Ушки ягодичные уходят с каждым разочком. Еще чуть-чуть. Еще немножко. 7 секунд. 5, 4, 3. Если получается быстро, делаем быстро. Медленно, ничего страшного. Стоп. Отдыхаем. Ягодицы опускаем вниз к пяткам. Опираемся на руки. И чтобы потянуть хорошо натруженные, уставшие ягодицы, мы таз пытаемся коснуться бедрами пола с правой стороны. И также мы уходим влево, вытягивая бедра вниз. Вытягивая мышцы в первую очередь. Чувствуете? Я уже чувствую. Итак, дальше. Здесь у нас с вами мы остаемся на коврике. Можно его сложить несколько раз, чтобы было мягче для колен. Мы будем делать отжимания от пола. Работают грудные мышцы. Руки ставим пошире. Есть несколько вариантов выполнения этого упражнения для новичков. Когда вы опускаетесь только грудным отделом, ягодицы у вас остаются наверху. Для более продвинутых вы подкручиваете таз и опускаетесь максимально вниз всем телом. Ну и на прямых ногах, кто может на прямых ногах, делайте на прямых ногах. Итак, у нас с вами здесь 15 раз. Если можете больше, пожалуйста, сделайте на максимальное количество. 2. На выдох. Отдыхаем наверху. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это у нас 4. Вдох. 5. 6. 7, 8, 9, вдох носом, 10, еще 5, делаем, отдыхайте, делайте с паузами, можно потянуться вот так немножечко, снять напряжение, 5 еще осталось, поэтому делаем как можем, поставлена задача, надо сделать, 4, 3, 2. Последний раз. Вдох и выдох. Умнички, если у вас все получилось, прекрасно. И сейчас мы обязательно потянем грудные мышцы ноги вперед. Провалиться, прогнуться, расправить плечевой пояс, лопатки. И тянемся круглой спинкой, садимся на свои пятки ягодицами. И толкаем руки назад. Делаем вдох, выдох. Делаем вдох, потянулись, вдох, потянулись, выдох, опускаем руки вниз. И здесь можно немножко потянуться, если хочется. Итак, готовимся к следующему упражнению. Нам нужен будет коврик. Мы его сейчас расправляем полностью, вот так. Будет работать спина. Мы ложимся на живот, ноги назад, расслаблены стопы. Руки мы вытягиваем вперед. Хорошо. Максимально постарайтесь расслабить бедра. Тянемся вперед, тянемся. Приподнимая корпус, мы заводим локти за спинку, пытаясь сомкнуть лопатки. Проверьте, чтобы ваши кисти не напрягались. Подбородок вниз. Вдох, выдох.
Делаем так 20 раз. Потянуться и на выдох. Потянуться. 3. 4. Делаем. 5. Подбородок следим, чтобы был прижим. Угу. Подбородок следим, чтобы был прижим к груди. 7. 8. 9. Делаем вместе. 10. Очень хорошее упражнение для спины, поэтому сделать обязательно. 11. Еще 9 разочков. Тянемся, как будто ныряем. И приподнимаемся, чувствуем лопатки. Еще 7. Вдох, выдох. Ноги расслаблены, проверьте, пожалуйста. 6. 5. 4. Голову вниз максимально. Это очень важно. 3 осталось. 2. И последний раз. Вдох. Выдох. Отлично. Стоп. Потянуться за руками. Стянемся. Замечательно. И на спину еще будет одно упражнение, которое нужно обязательно сделать. Также проверьте стопы, ноги, тазобедренный сустав, все расслаблено, руки вперед. Взялись левой ладошкой, обхватили свою ладонь, правую. И мы будем делать 20 коротких амплитудных подъемов вверх, не касаясь руками пола. 20 раз. Готовы? Поехали. 20. Подбородок вниз. 16. 15. Не касаясь пола. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Молодцы, держимся. 3 осталось. 2, 1. Стоп. Молодцы, если выдержали. Важно голову назад. Мы не закидываем, чтобы у нас шея не загибалась. Потихонечку подтягиваемся. И потянем спинку вверх, круглая спина. Вдох и выдох, прогибаемся. Вдох. Тянем спину, тянем. Это очень важно, потянуть уставшую натруженную мышцу. И здесь лопатки соединяем. Отлично, расслабляемся. Все прекрасно, надеюсь, что упражнение у вас все получается, все успеваете. Сейчас у нас небольшой отдых, можно попить водички, глоточек сделать. И мы переходим ко второму подходу. У нас будет с вами выпад теперь на правую ногу. Продолжаем нашу тренировку, у нас остался выпад на правую ногу. Выпад, плие, и мы уже с вами уйдем на упражнение на полу и будем заканчивать эту короткую тренировку. Продолжаем. Широкая постановка ног. Делаем выпад на правую ногу. Руками упираемся в колени и очень аккуратненько уходим вниз. Вдох и на выдох поднимаем себя. Засекаем одну минутку. Сейчас, подождите, стоп. Все, минута пошла. Работаем. Таз назад, максимально туда оттягиваем. И чувствуем, как тянется внутренняя поверхность бедра. Вдох, выдох. Делаем спокойненько, никуда не торопимся. Все успеем, все хорошо. Не суетимся. Главное, чтобы вы чувствовали работающую мышцу. И следили за техникой колена. 90 градусов. Держимся. Корпус у нас подается вперед, но мы спину не округляем, плечи вверх. И работаем еще чуть-чуть. 15 секунд. Вдох вместе. Вдох и выдох. Колено не разгибаем, когда мы его разгибаем, мы его не разгибаем. И выдох. И еще последний разочек. Отлично, попружинили чуть-чуть, покачались. Аккуратненько собираем ноги. Встряхнуть, снять напряжение. Потрясти. Это очень полезно делать. И не только когда вы тренируетесь, а вообще в свободное время встряхивать
мышцы тела потрясти. И у нас с вами плие. Одна минутка. Засекаю время. Как делать? Вы помните? Стопы на одной линии. Руками также упираемся в бедра. И начинаем пружинить. Очень аккуратненько вниз, продавливаясь. Не спешим. Ни за кем не гонимся. Углы 90 градусов. Голень перпендикулярно полу. Вдох, выдох, руками упираемся в свои бедра. Аккуратно. Колени всегда присогнуты, не разгибаем на подъеме. Вдох. И выдох. Носом. И выдох. Должно быть тяжело, конечно. Если тяжело, возьмите опору, снимите часть веса с работающих мышц. Вдох. И выдох. Опирайтесь о стену, о диван, о стул, о шкаф. Какая поверхность у вас есть дома, все можете использовать. И на выдох. И последний разочек, минутка закончилась. Тоже здесь немножко попружиним. Аккуратненько поднимаемся и собираем ноги. Уходим вниз, расслабленной спиной, плечами. Потолкаем бедра вправо-влево. Повытягиваем мышцы. Хорошо, круглая спинка, кругленькая спинка. Делаем вдох. Вдох, потрясти ногами, встряхнуть все, выдох. И еще разочек. Делаем вдох. Тянемся за руками и выдох, опускаем руки вниз. Все, упражнения мы, которые должны были сделать стоя, мы сделали. Теперь мы берем коврик и будем продолжать нашу тренировку и заканчивать ее уже упражнениями на полу. У нас осталось буквально несколько упражнений. Продолжаем. Сейчас мы встаем с вами на колени, на локти. Будем толкать ногу назад. Стопа не напряжена. Начинаем делать, я засекаю минутку. Очень важно вот здесь, вот, когда вы поднимаете бедро в параллель, почувствовать напряжение. Это очень важно. Носок тянуть не нужно. Все, время пошло, мы работаем. Выдох. И прогиба делать тоже сильного не нужно. Почувствуйте напряжение в бедре, этого будет вполне достаточно. Очень важно научиться чувствовать свое тело, где что работает, какая мышца. Может быть, вначале у вас и не будет этого получаться, но впоследствии, если вы не остановитесь, вы будете прекрасно чувствовать свое тело, где что работает. Макушка вперед, подбородок прижать к груди. И зажимаем ягодицы. Стараемся делать непрерывно. То есть паузы на смене быть не должно. Вы поставили правую, левую, пошла правая вверх. И толкаем. Зажим от колена. Все бедро у вас должно быть в напряжении, в параллели. Вдох, выдох. Еще сделаем немножко, потому что замедлились вначале. Еще 4 разочка. 3. Вдох. 2. И последний раз. Выдох. Супер. Молодцы. Все прекрасно сделали. Я в вас верю. Сейчас мы потянем ягодицы также вправо. Корпусом вперед уходим. Тянется бедро. И влево также тянется. Прекрасно. Замечательно. Все, с ногами мы закончили. Остается у нас пресс и мышцы кора. Идеальное упражнение для мышц кора – это все виды планок. Динамичные, статичные, то, что я люблю. И всегда в каждой тренировке обязательно буду включать эти упражнения. Мы встаем с вами на локти, ладонями вниз, плотно прижимаемся. Таз подкручен, не прогибаемся, живот подтянут. И здесь у нас с вами динамичная планка, называется пила. Выходим на носки и возвращаемся назад. Делаем 15 раз. Готовы? Готовы? Погнали, пятнашка, вместе. 15, 14. Следим за подкрученным тазом. Еще 12. 10. 9. 8. 7. Если тяжело, просто стойте. Просто стойте. Просто в планке статичной. 6, 5, 4, 3, 2, последний разочек. Стоп.
На колени не валимся, помним, да, что мы на мягкое встаем и чуть потянемся, чуть передохнем. Если вам будет тяжело делать, и вы не сможете сделать 15 раз вот этой планки динамично, это вам задел на будущее, просто стойте в планке столько, сколько вы можете. Там 5 секунд, 6. Я уверена, что впоследствии, если вы не остановитесь и будете продолжать делать тренировки, у вас обязательно все получится. Обязательно. Других вариантов нет. Второй вариант планки тоже мы с вами сделаем 15 раз. Это планка корпусом вверх-вниз. Вот такое движение. Очень важно, чтобы вы чувствовали, что у вас здесь все подтянуто. Подтяните, и вы почувствуете, как работают глубокие мышцы-стабилизаторы. 10, 9. Корпусом, как будто мы ударяем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Молодцы. Умнички. Все получилось. Даже если не все, просто делайте. Важна практика. Вы сами прекрасно все знаете. И у нас остались два упражнения на пресс. Переворачиваемся на спину и заканчиваем нашу тренировку прессом. Ложимся. Упражнения простые. Упражнения простые. Руки за головой. С вами делаем подъем к ноги. И локоть касается колена. Вдох, выдох. Выдох. Вдох. Вдох. И еще. 8. 7 в своем темпе. Если я делаю быстро, делайте медленнее. 6. Выдох. Вдох. 5. 4. 3. 2. Последний. 1. Отлично. И теперь вместе. И это будет последнее упражнение. Вместе. 20. Вместе. Локти, колени. 20 раз вместе. 19, 18, выдох, вдох, 16, а я уже почувствую пресс. Сейчас, 14, 13, 12, 11, 10, делаем, делаем. Вместе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний разочек. И выдох. И стоп. И руки вытянуть, и ноги вытянуть. И потянуться и за руками, и за ногами. Можно так вот каждую ногу потянуть. То одну, то вторую. Делаем вдох через нос. И на выдох расслабляемся. Все, все, отстрелялись. Все, молодцы. Молодцы. Переворачиваемся. Вы можете себя поздравить. Я вас поздравляю. Вы умнички. Я благодарю вас за то, что вы сделали со мной сегодня эту тренировку. Надеюсь, что она вам понравилась, и вы ее будете делать регулярно и постоянно. Желаю вам успехов!